Всем привет, с вами Фрид. И перед началом этого видеоролика хочу сказать то, что я снимал видео по тому, что я открыл свою простенькую форму. Я думаю, вы помните, там, где надо будет оставлять ваши комментарии, типа, что снять в следующем видео. Человек один там написал, Джек вроде бы, написал то, что я должен, то есть обещал снять фильм VHS. Вот, скажу так, да, я действительно обещал, но там были дико жопы какие загвоздки с этим фильмом, поэтому... Мягко говоря, фильма не будет. Вот, отвечу на все вот такие вот уже вопросы подробно на уже стриме. Стрим, кстати, будет уже скоро. Буквально, может, даже сегодня, кстати. Ну, в общем, ребят, пока у нас распаковка. Конченый кот, ну иди ты нахрен отсюда. Господи, мешает мне снимать. Так, ладно, извиняю. В общем, сегодня у нас пришла ручка. Ты реально дурак какой-то. В общем, давайте распаковывать. Полез, полез. Ну и куда ты лезешь? Здрасте. Здрасте. В общем, давайте распаковывать посылку. Так. Распаковываем. Ого, я уже вижу. Это, ребят, ручка непростая. Это перьевая ручка. Мне, кстати, понравилось писать перьевой ручкой. Я решил себе тоже заказать перьевую ручку. Вот так она выглядит. Опа. Опа, опа. Хорошо. Давайте ее распакуем тоже. Все. Снимаем пупырку и вот сама ручка. Так вот она выглядит. Из себя представляет обычная нормальная ручка. Вот она тяжеленькая достаточно. Посмотрим перо. Перышко, вот оно. Давайте раскрутим. Вот с таким вот она здесь конвертером заправлять, чтобы видим, да? То есть вот так закручивающийся. У меня вот есть еще одна ручка, ну ладно, я сейчас вам ее, наверное, не покажу. Хотя сейчас покажу, подождите. Ну вот, ребятки, сейчас я покажу. У меня есть, ребятки, вот такая ручка. Она уже очень старая, убитая. В общем, она вот настолько старая, что вот такая хрень с ней происходит. Сейчас покажу ее. Звякает. Сейчас, ребят, покажу, что главное с ней проблема. Вот, пожалуйста, видите, отламывается. Вот, видите, она тоже вот такая перьевая, но вот у нее конвертер вот так выглядит. То есть он как пипеточный. Здесь надо вот так зажать и отжать. Вот так. А здесь как бы конвертер вот такой. В общем, сейчас сегодня продемонстрирую вам, как она пишет. И пишет ли она вообще конвертер, все дела, тра-ля. Сейчас заправим ее, ребята, и посмотрим. Есть такие чернила. Недорогие чернилки. Обычные Office Space чернила. Ну, они фиолетового цвета, но как-то на самом деле не важно. Все, ребятки, ручка заправлена. И руки мои тоже заправлены. Ну, ладно. Все, вот, видим, в конвертере появилась чернила. До самого конца заправлять ручку не стоит. Нет, можно, конечно, ничего не будет, но лучше не заправлять, потому что были случаи, когда она просто-напросто, как сказать, текла. В принципе, можно так вот перевернуть, собственно, сейчас, и выдавить лишний воздух здесь и, в принципе, дозаправлять. Но я так не буду делать, я просто, пожалуй, возьму и закручу все это дело сюда. Да, ребят, действительно все растеклось. Отлично. Просто закрутим, давайте, не будем мозги делать. Закрутим плотненько. Потом буки еще оттирать. Ну ладно, это уже полбеды. Все, закрываем чернила. Попробуем сейчас пописать. Давайте попробуем написать что-нибудь. Например, сейчас, во-первых, распишем ее, давайте. Это я сейчас так ее пишу. Очень-очень плавно работает здесь, кстати, вот этот вот сам... Само перышко, оно очень мягенькое здесь, на самом деле. Да, степени нажатия, конечно, очень меняется. Вот, видим, да? Нормально пишет, в общем-то. Привет, вот как пишет вот это. Немножко, единственное, что я заметил, немножко блекленько, а вот это так пишет, вот. Там. Вот так, видим, да? То есть вот это вот пишет как-то поярче, что ли, а вот это как-то... блекло немножечко, но в принципе я думаю, это еще раз пишется все. В принципе, я думаю, это не прям проблема столь там, не знаю. Так, ребят, сразу же хочу проспойлерить. Нифига себе, она еще плавненько так закрывается. А там, видимо, промокашка какая-то внутри, что ли. Ладно, не будем закрывать, я ее сейчас еще протру. В общем, ребятки, проспойлерю немножечко. На канале я скоро закажу, точнее, насколько вы знаете, что 11-го будет распродажа на Алиэкспрессе. Я закажу обязательно во время этой распродажи себе
очень такую достаточно дорогостоящую посылку. Вот, она будет стоить, ну, в пределах 15-16 тысяч. Вот. Да ёб твою мать, как ты достал, Кузя. В общем, ребята, закажу себе эту посылку. Я не буду говорить, что это именно, но стоить она будет в пределах 15-16, может даже 14 тысяч, вот так вот. Вот. Ну, там все увидите. Так что, с вами был Фрид. Всем удачи, всем пока. Все, пока-пока. То есть вот так, пока-пока. Блин, сейчас пойду руки оттирать, это жесть полная.